Итак, привет всем. Буквально вчера я провел последний бой в нашей компании Степановка-Мариновка. Если помните, начали мы ее уже очень давно, где-то полтора месяца назад. И наконец-то я собрался и сделал это. Вот, и решил поделиться с вами результатами и статистикой после проведенной кампании. Значит, ну, как вы видите, немцев мы оттеснили почти до самого конца карты. Хотя силы на самом деле у нас еще остались для продолжения наступления. Но я решил не рисковать, и мы перешли в оборону на последних ходах. Я практически не атаковал противника. Ну, хотя они меня тоже не атаковали. В общем, последние ходы были довольно скучными. Вот. Ну, помимо резервов, батальонов, которые у меня уже есть, у меня остались и некоторые резервы просто не выведены. Так что потенциал на самом деле у нас еще был. Ну, неважно. У противника, кстати, тоже довольно много резервов осталось не выведено, как казалось. Собственно говоря, что меня интересовало. Если вы помните, у нас все это отображалось значками вопросов. И мне было чертовски интересно, что же там вот такое у них осталось. Вот, как видите, это просто куча пехоты. Невероятное количество пехоты и орудий. 105-й, я так понимаю, да. Артиллерия, противотанковые орудия, разведчики, инженеры, командиры, в общем, все, что нужно пехоте, все у них осталось почему-то не выведено. Не знаю. У них на самом деле было довольно много времени для того, чтобы просто вывести все это дело. Если помните, мы последние секторы захватили буквально на последних ходах. Хотя они все равно могли обойти и вывести в центрах. Не знаю, почему они этого не делали. На юге у них намного меньше подкреплений осталось, как вы видите. Некоторые даже из них почему-то повреждены, но не знаю, как им удалось пострадать. Возможно, вышли просто из окружения себе на эту территорию. Но вряд ли такое вроде невозможно. Ну, тут у них довольно сильно потрепанные силы, бронетехники у них практически не осталось. Здесь пара мардеров и штугов осталось всего лишь, и все. В остальном это пехота. Что ж, давайте к статистике переходить. Так. Всего на кампанию у меня ушло 73 часа. Не сказать, что особо я спешил. Но можно было и дольше, я думаю, это все тянуть. Сейчас статистика у нас, я так понимаю, разделена на данные с двух сторон. С наших сторон и со стороны немцев. Значит, по нашим данным, взводов активно 270, потеряно 14. Уничтожено 1739 солдат и офицеров, 79 танков и САУ, 35 орудий и пулеметов, 52 БТРа и автомобилей. Захвачено 55 солдат, 75 танков и САУ, 38 орудий и пулеметов и 40 БТРов и автомобилей. Не знаю, правда, откуда цифры 75 танков и САУ. Возможно, считаются какие-то уничтоженные танки, но в каком-то виде все еще пригодные к ремонту и так далее. ...820 пунктов победы, 137 ключевых точек, 43 боев проведено, всего 98 квадратных километров под нашим контролем. Неплохо на самом деле. И потеряно 1929 солдат и офицеров, 116 танков, 14 орудий пулеметов и 0 БТР и автомобилей. Ни одного БТР мы не потеряли, ни одного М3. И даже ни одного БА-64. Что странно, потому что я почти уверен, что мы теряли М3. Или там только, да, им, по-моему, только экипаж убивали, скорее всего. Значит, ранено 1053 человека, тяжело ранено 866, пленных и пропавших 55 и 956 убитых. Это было по нашим данным, то есть по данным СССР. По данным Германии, 168 взводов активно, 69 потеряно, 62 рассеяно. Рассеяно — это, скорее всего, 62 означает, что они находятся на моей территории и не могут выйти. То есть я так понимаю, что рассеяно — это или они разбежались на нашей территории. Помните, мы захватывали довольно много территорий, просто на которых
оставались войска противника. Вот вроде бы таким значком они должны обозначаться. Я так понимаю, что они рассеялись, потому что не смогли выйти. Ну, или что-то в этом духе. Дальше. Значит, немцы считают, что уничтожили нам 879 солдат и офицеров, 87 танков и 6 орудий и пулеметов. Странно, как они так мало нам танков уничтоженных насчитали. То есть мы знаем, что мы потеряли 116 танков, а враг думает, что нам уничтожил 87 танков. Окей. Если, кстати, я что-то путаю, то поправьте меня. То есть, если я правильно понимаю, то это разные данные, просто наши и их немецкие. Значит, дальше. По данным немцев, они захватили 37 солдат, 15 танков. Не знаю, когда они умудрились 15 танков захватить, если учесть, что мы все время их давили. То есть территория все время была под нашим контролем. Но, видимо, где-то они, да, успели. Один БТР. Вот, они захватили один БТР, по их данным. Действительно, я терял БТР, а мы даже не знаем, что потеряли БТР. 281 пункт победы. Ну да, вот это очки наши победы. 820 у меня на 281 противника. Существенное преимущество у нас. 6 ключевых точек, 43 боев проведено. Ну, здесь хоть мы сходимся с немцами в количестве проведенных боев. Это было бы забавно, если бы они у нас различались. И 40 квадратных километров под контролем. Видимо, 40 квадратных километров это с учетом небоевых зон, вот этих, за границей карты тоже находится, потому что здесь явно не 40 квадратных километров находится у них. Значит, дальше. По данным немцев, они потеряли 5919 солдат и офицеров, почти 6000, Карл, а мы знаем, что уничтожили только 1700 человек. 134 танка они потеряли, и 140 орудий и пулеметов, и 106 БТРов и автомобилей. Сравните, да, с теми данными, которые мы знаем. И по их данным они потеряли личного состава 1473 ранено, 2705 тяжело ранено, 110 пленных и пропавших и 2915 убитых, по их данным. Но я думаю, их данные точнее касательно их убитых. Потому что, если вы помните, то в большинстве боев действительно враг терял больше пехоты, чем мы. Как бы то ни было странно, учитывая, что мы в атаке были постоянно. Думаю, на этом интересное закончилось. Ну что ж, тогда на этом спасибо за просмотр. Вот. Надеюсь, вам было интересно и до новых встреч.